Еще 4 новых автомобиля «Газель Next» появятся на 34-м муниципальном маршруте. Закупили машины из-за увеличения пассажиропотока. Их привезли из Ставрополя. Машины 2020 года выпуска, приспособлены для маломобильных граждан. В каждой установлена система контроля температуры воздуха, а также система ГЛОНАСС. В день одна «Газель» может перевозить около 250 пассажиров. Отметим, муниципальный маршрут номер 34 был возобновлен в декабре прошлого года.